Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. До конца года пропиняться виплата насельніцтвам збору на фінансування державних расходов. У Гомелі становится традицією проведення одиних дзён забудовщика. Цукровый диабет и захворывание сердечно-сосудистой системы не являются перешкодой для народжения дитяти. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У декретну мартри унесут змены. Это будет зроблено по доручению президента Беларуси Александра Лукашенко, який провел нараду по актуальных питаниях развития краины. У приватности до конца года будет припынена выплата насельництвам сбору на финансирование державных расходов. Одной из подстав для принятия такого решения послужили выники работы мясовых комиссий по вызволению от выплаты сбору громадян, которые трапили у складанные житевые ситуации. До 1 красовика будут сформированы удокладненные списки людей, которые объективно должны удельничать у финансирования державных расходов. Была изучена, ну, наверняка, практика работы в комиссии на местах, значит, изучены те, так сказать, обстоятельства, которые послужили причиной для освобождения граждан от уплаты сбора, и обобщена эта практика, ну, и, безусловно, значит, легло это, в общем-то, президенту на стол для того, чтобы вот дать такие поручения. Старшиня Гомельского гарвыканкама Петр Кирыченко провел прием громадян. Записаться до керовника городской улады можно было по любым питаниям. Что хвалюя гомельчан, доведались наши корреспонденты. Необходимо шукать усе магчымасці, каб оказать человеку допомогу, особливо, калі ён опынуўся ў складанай ситуации. Причем гэтае понятие не обмежовывается некой одной тематикой. Оказание адресной допомоги, электрификация гаражного кооператива, регистрация жилого дома, предоставление в аренду земельного участка. Особный блок – реализация декрета номер 3. Гамельчанка Ирина Аджигельдиева – индивидуальный предприниматель. У 2015-м протяглый час хварила, а тому частку податка у бюджет не перелічила. ФЗН заплачен был, пенсионно был заплачен, не было только доходного налога. Меня приписали в число иждивенцев. Поэтому вот пришла просить помощи разобраться в этом вопросе. Разгляд этой ситуации занял несколько хвилин. Женщина предоставить у створенную при гарвыканкаме рабочую группу необходимые документы. Решение будет становчим. Улечить все обставины и допомогчи. Ситуации, в которые трапляют люди, самые разные, а тому и разглядать каждый зворот необходимо индивидуально. Молодого специалиста скоротили одразу после отпрацовки. Работника звольнили по скорочению штата. У женщину не примали на працу по причине тяжарности. Теперь их працеулаткованием займется городский центр занятости, а от уплаты сбору на финансирование державных расходов вызволить рабочая группа. Наша комиссия вот все эти вопросы, конечно, будет рассматривать положительно, потому что есть все основания для того, чтобы принять такие решения. Ну и еще раз хочу сказать, что те, кто пока еще у нас не побыл, вот собирается, пожалуйста, приходите. Поверьте, здесь не только вы получите какую-то квалифицированную помощь и разъяснение, но и помощь конкретную в решении этой задачи, этого вопроса. Поэтому, вот если так просуммировать, у нас уже в городскую комиссию поступило более 1800 заявлений, и подавляющее большинство из них было рассмотрено положительно. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі становится традицией проведения одиных дзён забудовщика. Мета таких встреч – информование насельництва об правилах эксплуатации домов, которые недавно сдадены у эксплуатацию, а так само мониторинг проблем, которые возникают у жильцов. Олег Сенсеров доведался, чем застаются незадоволены будовники и уладальники новых кватер. Забудова 59-го микрорайона, больше ведомого у гомельчанок Шведская горка, началась недзе 3 года тому. Агульная жилевая площадь тут повинна перевысить 300 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день засталося побудовать еще 16 домов. 2014-го завершение будовництва первого жилого дома у новом микрорайоне. Раз год и 3 месяца открытие автобусного маршрута. Еще раз несколько месяцев початок работы первого гандлевого комплексу. 59-й гомельский микрорайон развивался достаточно худкими темпами, и сегодня уже навод не у всех гомельчане узгадают,
что ранее тут находилась заболоченная территория. Иншая справа, что за новыми маляўничими фасадами оказалось немало проблем. Улица Пеняськова, 21. Жилый дом по таким адресе в эксплуатацию сдали еще летом минулого года. Але до этого часу значная частка кватер не заселена. Уладальники протягивают ремонтные работы. Причина не только у необходимости достаточно значных затрат на приведение жилья у парадок, але и не маленькие термины, которые потребуются, как будовники ликвидовали свои недопрацовки. Было даже такое, не считая там, конечно, каких-то трещин на стенах, там что-то не выведено, что-то не сделано, но... Считаю то, что эти квартиры мы покупали за свои деньги. Мы все делали, хочется более-менее идеально. Не было даже заглушек на подоконниках. То есть они же входят в комплект окна, правильно? Даже заглушек не было. То есть мелких недостатков было очень-очень много. Ну и устранялись они очень длительное время. Бадай, самая распространенная проблема, за которой сегодня сутыкается большинство новоселов, великая вильготность у кватерах. Будовники рают больше часто отчинять окна и больше активно выкористовывать отепление, особливо подчас первой зимы. Разом с тем, во управлении капитального будовництва погоджаются. Этой проблемы выкликаны конструктивными недопрацовками. Проектировщики еще на початковой стадии свядомо отмовляются от примусовой вентиляции помешканию. Не совсем доработана тема герметичности столярных изделий и работы вент-систем. То есть вент-системы у нас работают естественного побуждения. Принудительные вент-системы – это достаточно дорого, и мы их на жилых домах не монтируем. Встреча с жихарами новобудовли завершается запевниванием керавництва городского управления капитального будовництва разобраться с всеми выказанными просьбами и принять меры по выправлению недохопов. Разом с тем, забудовщики огучивают и свое бачение причин возникающих проблем. Зараз значную частку товариства уласников означают люди, которые в правилах эксплуатации жилых домов мают минимальные веды. По управлению капитального будовництва перекананы, для их необходимо организовать специальные курсы, которые не будут обмежевываться некоторыми занятками. У речи жилый дом – это складанный механизм, керовать яким повинны профессионалы. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Цукровый диабет и захворывание сердечно-сосудистой системы не являются перешкодой для народжения детей. У Гомельском областном родильном доме в минулом году с такими непростыми диагнозами оказались амаль 400 женщин, практически каждая восьмая молодая мать. По словам медиков, супрать показанием для рода сегодня являются только тяжкие захворывания, которые уявляют реальную погрозу для жизни женщин. Разом с тем, применение в медицине сучасных технологий и использование высокоэффективных леков в последний час значно скоротила спис жихарок в области, яким нельга быть мати. Разом с тем на Гомельщине повеличивается колькость жанчин, якія нараджают трохи больше детей. Причем, коли ранее мати упершиню становились у 20 годов, зараз гэты порог значно повеличился. Это вообще мировая тенденция западных стран, так сказать, цивилизованных, когда женщина делает карьеру, а потом думает о продолжении рода. И у нас тоже немножко это нашло свое отражение, но, наверное, все-таки не настолько. Поэтому в 30 лет первородящие сейчас встречаются достаточно часто. Сказать, что у них как-то очень тяжело проходят роды, я не могу. В общем, 30 лет тоже неплохой возраст для того, чтобы рожать. Дарэчы, намеснік галоўнага ўрача Гомельскай абласной клінічнай бальніцы па акушэрстве і гінекалогіі Святлана Мальцева ў пятніцу 10 сакавіка стане госцей праграмы «Дыялог». Яна выйдзе ў эфір на тэлеканале «Беларусь-4» ў 19:20. Свае пытанні наконт дзейнасці абласнога радзільнага дома вы можаце задаць госці праграмы, патэлефанаваўшы па нумары прамога эфіру ў Гомелі 77-68-45. У Гомелі ўзнагародзілі пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Бяспечнае дзяцінства». Месцам правядзення ўрачыстасцяў абралі ліцэй Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Менавіта там 2 гады таму быў адкрыты першы ў Беларусі цэнтр бяспекі. Першымі з магчымасцямі цэнтра азнаёміліся кіраўнікі навучальных устаноў. Потым арганізавалі экскурсіі для настаўнікаў. Цяпер галоўныя наведвальнікі тут – выхаванцы дзіцячых садоў і школьнікі. У ліцэі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях кажуць, што эфектыўнасць такіх заняткаў вельмі высокая.
Тем больше, что только теорию у центры не обмежевываются. Основный упор на практичные занятки. Для меня стало откровением, что некоторые ребята даже на программе боятся вызвать, при помощи обучающей программы, боятся вызвать спасателей. Чувство страха возникает. Поэтому, значит, здесь дети все практически пробуют. Значит, позвонить спасателям, практически пробуют потушить пожар огнетушителем, находят выход из задымленного помещения, оказывают первую медицинскую помощь на манекенах. То есть процесс обучения заключается в том, что ребята практически выполняют все навыки и действия для того, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию, если попали, как выбраться из нее. Выратовальники перекананы, коли не займаться с детьми питаниями безопасности, ситуация может стать критичной. Навод не каждый дорослый ведая, что робить у выпадку надзвичайной ситуации. Республиканский конкурс «Безопасное детинство» спроба не только звернуть увагу на проблему, але и знасти ее практичное вырашение. Алло, 101, у нас произошло возгорание. Улица Рябиновая, дом 4А, квартира 13, этаж 4, Яковлева Соня. Конкурсную программу провели у нескольких номинациях. От створения кутков безопасности для детей до работы с батьками. Надали увагу и вынаходництвам по безопасности життедеятельности. Дарыча, отповедный школьный курс так само плануется дополнить. У его основе будут распросовки Гомельского центра безопасности. Для наставников организуют специальные курсы у институтах повышения квалификации. Первое, посмотреть, какой мы можем продукт программный внедрить в учреждение образования через те компьютерные возможности, которые есть в школах, через те мультиборды, через те, значит, проекторы, которые есть, что мы можем внедрить, раз. Второе, что мы можем организовать в плане обучения педагогов, которые занимаются, значит, преподаванием данного предмета. И вот эти две составляющие, они могут позволить нам массово, в общем-то, видоизменить сам процесс обучения. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Студент Гомельского державного машинобудовничего колледжа Максим Кирьянов распрацовал пальчатку робот для реабилитации хворых после инсульта. До автора разумной прилады уже звертаются те, кому она потребна для больше худкого выздоровления. Вы находкой потекавились и наши корреспонденты. Схильности Максима Кирьянова до робототехники педагоги колледжа стали зауважать, как только кемлевый подлеток пришел учиться. Дякуючи его смелым идеям, у интернате колледжа машинобудования з'явилися пропускная система и система поливу покаевых рослин. Разумная пальчатка – его первое и покуль одинное вынаходництво медицинского призначения. Перчатка состоит из 5 сервоприводов, 4 вибромоторов для воздействия на нервное окончание, нескольких метров лески, белевых крючков и процессора, который просчитывает все данные и получает команду от компьютера. Пальчатка-робот будет корыстной пациентам после травмов, что обмежевывает функционирование кисти у рук. Разумная прилада сгиная и разгиная пальцы, навод, коли сам человек еще не может ворушить рукой. Гумовый тренажер с компьютерным керованием имеет несколько режимов и запускается про специальную программу. Я вижу будущее вот этой модели в том, чтобы пациент работал сам, в амбулаторных условиях и дома, потому что на стационаре, на стационарном этапе реабилитации мы можем провести только ограниченно и в течение достаточно короткого промежутка времени. А человек с инсультом должен восстанавливаться длительно. Это месяцы и годы работы. Створенное гомельским студентам разумное пристосование больше компактное и танное, чем аналоги, которые сейчас используются в больницах. Пальчатки в этом варианте со всеми комплектующими и системой керования обойдутся прикладно у 50 белорусских рублей. До автора уже звертаются с просьбой продать мини-робота. Однако массовую вытворчесть тренажер можно запустить только после техничных и клиничных выпробований. Заинтересовалась академия, но сейчас мы ведем с ними переговоры. До испытаний нужно провести полную модернизацию устройства. После этого можно говорить уже о испытаниях. Наталья Игнатенко, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Выстава картин дополненной реальности «Мираж» открылась у музея Палаца Румянцевых и Паскевичев. Это цалком интерактивная простора, якая живая при допомозе мобильных гаджетов. Наведвальникам необходимо спамповать мобильный додаток с сайта «Мираж.бел». До речи, в зале музея есть бесплатный доступ в интернет. После нескладанных манипуляций можно приступать до выучения экспозиции.
трэба наводзіць тэлефон або планшет на размешчаныя ў залі карціны. Усяго ў экспазіцыі каля 50 інтэрактыўных работ. Яны пераносяць наведвальнікаў у самыя аддаленыя куткі планеты і нават на некалькі мільёнаў гадоў таму, калі зямлю насялялі дыназаўры. Ідэя праекта заснавана на тэхналогіі з выкарыстаннем дапоўненай рэальнасці, якая шырока выкарыстоўваецца ў рэкламе і гульнявой індустрыі. Эта выставка в первую очередь, на наш взгляд, будет интересна подрастающему поколению, молодежи, молодым родителям с детьми, которые придут и смогут провести здесь свой выходной день, получив массу впечатлений. Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинок. До новых встреч в эфире.